Стреляй в меня. Нет, я не могу. Давай! Как ты это делаешь? Это магия. Я покажу вам трюк, который еще никто не видел. Зрители были в восторге. Это высший класс. Дружба, превратившаяся в соперничество. Настоящий иллюзионист должен изобретать что-то новое, то, над чем другие фокусники будут ломать голову. Полагаю, у вас есть подобный трюк? Да, есть. И он прославит меня. Что произошло? Это был лучший фокус в моей жизни. Соперничество, которое переросло в войну. Мне нужно знать, как он это делает. Это не фокус, это реальность. От режиссера «Бэтмен. Начало» и помни. Каждый великий фокус состоит из трех действий. Первая часть называется «Наживка». Иллюзионист показывает вам самую обычную вещь. Разумеется, она, скорее всего, не совсем обычная. Второе действие называется «Превращение». Он одержим разгадкой твоего номера. Фокусник совершает с этим обычным предметом какие-то манипуляции. В этот момент вы начинаете искать разгадку, но не находите. Вот зачем нужна третья часть, которая называется «Престиж». Это и есть сам трюк. Нечто необъяснимое, чего вы никогда не видели. Этот человек действительно может то, что другие лишь пытаются сделать. Настоящая магия? Я знаю, кто ты на самом деле. Хочешь знать правду? Нет ничего невозможного. Абракадабра. Больше никаких секретов. Секрет — это моя жизнь. Престиж. Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон.